Здравствуйте! Сегодня у меня выросли зонтики в ухе и соломики в носу. А почему? Я пил соломинкой чай. Пил чай соломика. Ставил зонтики туда-сюда. Я проснулся, и у меня соломинки, трубочки в носу. Зонтики в ухе. Я прям аж удивился. Думаю, почему? Потому. А оказывается, вон что. Я пил чай. Чай я пил. И качественный, и некачественный. И дорогой, и очень дорогой. Дешевый, и очень дешевый. И вот от этого смешивания чаев разных цен, разных качеств, разных фирм, разных всего. У меня вот так повырастало. Потому что это получается у нас... Как сказать, реакция на такие изменения чаев. Вот как. Надо в основном пять. Если лизму пьем лизму. Если пьем контрпурель, пьем контрпурель. А вот из-за того, что мы меняли чай, фирму чая, чайные листочки меняли, чайные все меняли. Я даже чайные листочки с табачком смешивал. Получалось у нас неповторимый вкус. И что у нас вышло? О! Оба-на! Это круто! Получается эффект недолгий листочков в носу. В этих палочек в носу. О, отпало. Ну и ладно. И хорошо. А тут еще такое чудо. Деревце. Шлеп. Это листочки даже стали от трубочек расти от такого чая. Я ужас. Ну ладно, спасибо, что смотрели обзор. Хорошо, что трубочка отпала. То тяжело с трубочкой в носу и с зонтиками в ухе. Очень тяжело, я вам скажу. Ну что поделать, если чай разный пил, разных марок, разных фирм, разных листочков чая. И так вот получилось. Спасибо, что смотрели обзор. Ой, как жалко.